Трудно. Давай, тут легко. Да, это легкий. Один, легкий. Давай бери. Втроем возьмем. Бери один, бери один, середину вас... не бери. А чего не бери? Что? Нормально, поехали. Да? Давай, кидай. Отходи ты из суперны. Кидай. Единственное, чтобы это закончилось. То есть я не знаю, кто виноват, кто прав, кто это все развязал. Будь они все прокляты, эти все люди, которые это затеяли. Что я чувствую? Ну что я чувствую? Надо жить дальше. Что? А сколько вы сегодня... Нет понимания, куда они уехали, да? Нет понимания, нет. Потому, а тут, блядь, вояки стоят в грации и не дают даже пусть... Не украинцы, воды питьевой дебилы. Нет. В квартирах 10-12 градусов. Просто не пойму. Просто мира. Газа нет, все замерзают. Продукты нет, мужики мародерят. Деревья вырубают, трупы хоронят во дворах пятиэтажек. Они ничего не могут. Ребят, ну это страшно, так нельзя. Давайте ведут. Ребят, ведут. Не боюсь, что меня расстреляют. Я Таня Бондарь, и мои дети еще пока живы. 9 детей у меня. Молитесь, пожалуйста, за Мариуполь. Бомбят со всех сторон. Молитесь за мамочек с детьми. Очень тяжело. Еды нет, воды нет, света нет. Очень страшно выживать. Пожалуйста. Что я понял. Это просто апокалипсис какой-то. Я ничего подобного в жизни не видел вживую. Я вам серьезно говорю, это шок. Только сейчас я вижу последствия того, что я пережил позавчера. Из какого ада я выбрался. По этой улице я эвакуировался. По этой улице я уходил. И вот там чуть дальше меня ждала моя группа. И оттуда мы отсюда уехали. Если бы мы уехали позже или не уехали, мы попали бы еще вот в эту добавочку. Вы понимаете вообще, чего я избежал? Вот так нас принуждают к миру. Вот такая спецоперация Путина на Донбассе, а разбомблен Харьков, в котором никогда со времен Второй мировой не было войны. Смотрите все, смотрите весь мир. Как Путин разрушает мой город. Как путинские оккупанты разрушают мирный Харьков, в котором не было войны 80 лет. Наш город, который мы строили своими руками,
который красивее любой вашей российской помойки, который вы приезжали и вас встречали как родных, город, в котором вас любили, город, в котором вам всегда надали бы приют, вам и вашим детям. Вы превратили его в руины, это международное преступление, и вы за него будете отвечать, запомните. Смотрите все, показывайте всем, распространяйте это видео, не молчите. Душегуб убивает наших детей, вы должны это распространять. Репост, лайк и репост. Вы не можете мир равнодушно смотреть на разрушение моего города. Это бесчеловечно, это геноцид Украины. Люди, остановите войну.